Всем привет! Сегодня я хочу сварить суп по-китайски. Состоит из таких ингредиентов, как это у нас свиные хвостики. Также у нас, это я чуть попозже, также обязательный ингредиент это у нас годжи бери или ягоды бери. Это очень полезные ягоды. Их не только в суп бросают, но и пьют для хорошего зрения, как чай. Вот. Также есть у нас вот такие вот ягоды. Вот. Я не знаю, как они называются на самом деле, но вот такие вот они сушеные, тоже будем сейчас добавлять в суп. Вот. Насчет такого ингредиента, как помидоры. Также можно добавить сюда белый редис или китайскую тыкву, или тыкву, которая вот белого цвета. Вот, начинаем готовить. Что для этого нужно? Нам нужно воду набрать и добавить туда одну часть лука. Начинаем все это варить. Начинаем бросать эти ягоды. А также нам нужно бросить жменю годжи бери. Вот, жменя годжи бери. Ладошку туда все бросаем. Помидоры нарезаем. Когда вода закипит, начинаем бросать наше мясо. Также желательно уместить в этот суп одну морковку. Также под конец нам, так как еще суп должен вариться, нам еще нужно добавить туда помидоры. Ждем. Под конец добавим помидоры. Все. Ждем, когда все сварится, когда мясо станет мягче, все будет закончено. Вот такой у меня получается суп. Вот. Я жду еще 20 минут и буду выключать. Вот, в конце добавим соль. Вот, посолим его. Вот, ну и все, все готово как бы. Я все, говоришь, все закончила. Всем пока!